Ребятушки, привет! С вами Жека с Батуми. Вот достроили стадион в 2020 году. Начинали мы его строить, получается, в 2018 году весной. И вот в карантинное время закончили. Должны были приехать футболисты сколько раз. Вот, но обязательства обязывают. Вот. Батуми. Всем привет. Вот такой вот стадион, ребятушки. Почти 3 года провозили здесь. Вот. И построили. Вот так Батуми. Сегодня у нас 9 ноября 2020 года. Вот такой вот короткий ролик. Всем благ, всем добра, пока-пока.